Николай Басков. Было время, когда я думал об убийстве. На фестивале «Славянский базар» Николай Басков впервые появился 19 лет назад, а сейчас выступает в Витебске, да и во всех других городах постсоветского пространства на правах большого артиста. Певец считает, что цена такого успеха не устроена с его личной жизнью. Николай, вы народный артист России, Украины, Чечни и Ингушетии. Как считаете, по праву? А вы полагаете, что я этих званий недостоин? Мне дают их. Почему не брать? Тем более, что сам никаких усилий для их получения я не прилагаю. Но, как бы то ни было, звания для многих важны. Это показатель некоего успеха. А мы, артисты, хотим, чтобы нас хвалили. Вы сейчас один из самых востребованных и обсуждаемых. А чем за успех приходится платить? Сегодня мой самый большой провал – семейная жизнь. Я очень-очень хочу быть семейным человеком, но у меня не получается. В силу разных обстоятельств. Возможно, из-за большой любви к себе и неумения пойти на какие-то уступки в отношении других людей. Может быть, из-за занятости очень хочется все и всюду успеть. Однако у вас вроде как даже невеста имеется – Виктория Лоприва. Или все уже в прошлом? У нас сейчас очень непростые отношения с Викой. Жизнь покажет, во что выльются они в итоге – в свадьбу или просто в теплые дружеские отношения. Мы люди творческие, увлекающиеся, и то, что эта девушка есть в моей жизни – уже счастье. Вика помогла мне более спортивно смотреть на жизнь, и вообще, с ней все заиграло новыми красками. Мне очень льстит, что рядом со мной одна из самых красивых женщин России. А признайтесь, какой из семи смертных грехов ваш? Во мне нет чувства зависти к кому-то, но вообще, признаюсь, все грехи есть в голове. Были даже моменты в жизни, когда я думал об убийстве.